Всем привет, меня зовут Виктор, это Mist Survival, и я продолжаю свое выживание. Сейчас, чем займемся сейчас? Сегодня я постараюсь укрепить окна, чтобы меньше зомбоящиков ко мне смогли сюда забежать. А сделать это попытаюсь за счет... Так, вот в такие они окна залезть и не могут, по-моему, да? Они могут залезть только вот в такие окна. За счет того, что я поставлю здесь всякие разные штучки. А вообще я хочу, знаете, что сделать? Территорию обнести забором. Вот, конечно, это не защитит дом от того, что они... Не, я же могу, в принципе, забор поставить. Так, у меня получается, вот в эти окна они не залезут. Они залезут только в те, в боковые. Так, да, я насчет забора сейчас попробую, вот. Так, забор у нас где? Сейчас. Так. Ё-моё. А, здесь же можно эти разделы переключать. Вот, точно. Так, это лиф. Это дор. А это... забор, а это такой мощный забор, это типа курятник можно построить. Так, давай мы вот эту штуку засандалим вот таким образом. Блин, а чё это? Мне каждый раз придется, что ли, теперь тебя тыкать, да, вот так? И это капец, как не... Это, конечно, неудобно. А можно как-то это... Ну... Блин, вот неудобно, если честно, сделано, потому что приходится... Все время залазить в меню, выбирать. Не, может, конечно, есть какой-то способ, который позволяет ее без постоянного выбирания это сделать. Но я пока еще до него не догадался. Пока что выбираю вот таким способом. Может, зажать что-то можно, и тогда это... крайней мере, она это хотя бы в ряд строится, а не как там палауте я строил там, блин, кривоватенько получалось.
здесь. Ну, наверное, вокруг полностью обносим, блин. Что у меня получилось тут? Обносим полностью вокруг. Так, а тут покриве криво, да, пойдет? Здесь как-то я умудрился, блядь, ровно поставить, а тут нет. Придется ломать. Придется ломать. Потому что это криво получилось. Блин, а как это можно? Все, да. Потом пойдем собирать эти компоненты, ингредиенты потом пойдем собирать, чтоб нам на все хватило. Так что это пока что проект у нас. Блин, или тут можно как-то это сделать, не знаю, точку А, точку Б обозначить и... Или как? ХЗ, блядь, может. Может, конечно, и можно как-то тут точку А и точку Б выбрать, и он будет нормально так. Не как я вот это вот херней страдаю. Каждую вот эту вот... Заборчик к заборчику. Створка к створке. Нельзя сломать. Так, топор, молоток. Вот вопрос в том, чем тебя сломать можно. А,
Тебя, по-моему, можно сломать только вот молотком или не молотком, или топором, или кувалдой. Давай, ладно, молоток сейчас попробуем угробить. Похоже, не молотком. Похоже, не молотком. Давай топором попробуем. Кувалды у меня все равно нет. А, острый топором ломается. Раздолбили. Нормально. Топором сломали. Теперь самое сложное состыковать несостыкуемое. Так, вроде так. Теперь отсюда вот давай. Или подожди, или тут уже надо на закругляк идти мне. Или здесь надо закругляк делать. И вот тут, по-моему, еще одну надо как раз воткнуть. И будет более-менее, да? Или нет? Так, здесь мы поставим ворота. И уже финальные штришки перед тем как
Что вроде там, конечно, косо пошло. Да хер с ним. Уж не будем сильно придираться к этому строительному, сука, симулятору. Зазор. Черт побери, блять, а чё? Как тут? Не удалось идеально построить, да? Через бочку ж они не должны пролезть, поэтому мы сейчас вот так вот сделаем. Оп. Я надеюсь, что они не должны через бочку пролезть. Так вот, а здесь, короче, типа щель. Ну что, типа так и надо, в общем. Что типа так это инженером-конструктором и задумывалось. И все. И все. Так, молоток еще один возьмем. Так, там что надо было? Палки, ветки. Пойти глянуть, что тут надо еще было. А, стики. Стик. А стики это мы можем же, да? Стики мы можем делать из веток. Понятно, теперь. Сейчас мы этих веток тут заберем, сколько есть. Штучку сюда положим. Здесь есть у нас ветки? Нету. Подожди, а я стики могу делать из чего-то другого, но не из веток. Так, а веревка делается из вот этих листики и кора. Пошли ветки собирать, елки-палки. Так, это все палки, палки, палки. Так, ну ветки-то можно два собирать, два способа. Рубить деревья. Да. Будут с них ветки падать. Либо бегать искать. Параллельно листики. Так, ну в первую очередь надо будет закрывать, застраивать вот эти участки нам. Пойдем-ка в дом. В доме стиков наготовим. Ой, я уже пить захотел. Я уже пить захотел. Так, где у нас питье? Нет, не здесь. Ух ты ж, ёкш. В первую очередь защищаем вот эту вот штуку.
они как бы типа сюда просочиться не могли. Че, вечереет? Ага, тут... Тут-то хер... Тут-то хер вам, сэр. Надо будет... Ну все. Недолго музыка играла. Очень недолго. Так, что у меня закончилось? А стики закончились. Ясно. Погнали искать ветки опять. Ну-ка, подожди, а копья у нас из чего делаются? Из вот таких вот штук. Надо будет копии, мне там в комментариях написал человек, что типа копья стрелы использую, зачем патроны ты на этих уродов тратишь? Только стрелы надо будет использовать с луком. Копья можно и использовать вручную. Поэтому сейчас копий понаделаем. Палок насобираем. Копий наделаем. Блин, веток нету. В лесу не могу найти веток. Что за дела-то вообще? Так, вот это годится нам. Рубить дерево тоже особо не варик, потому что они это не так много-то с него и веток падает с дерева. Так, а камни нам нахера? А? Камни-то зачем я хватаю? Так что еда? Бля, мне ж надо еще было с дистиллятором разобраться. Я ж хотел дистиллятор. Ну ладно, че уж. Занялись стройкой. Укрепляем. Чё, подумаешь? От обезвоживания откиснем, ёптать. Напьемся тогда водички из этой. Из реки. Из озерца. Пока, в принципе, у меня там есть эти те консервы, можно на них будет продержаться. Так, 4. Ох, это на 4 копья 80 минут понадобится. Долго. А, это 4 таких херни надо. Ого. Ебать этих веток еще тут собирать. И собирать мне, короче. Хотя надо и камни, наверное, собирать. Потому что мне, скорее всего... Камни тоже для чего-то в процессе в дальнейшем пригодятся. Поднасобирать хотя бы.
потому что когда понадобятся камни, я потом камней хер найду, блин. Вот реально, вот так вот и будет. Понадобятся камни, я их задолбаюсь искать. Прошлой серии-то, блин, бегал, искал камни. А сейчас они валяются тут везде под ногами. Только откуда у тебя это все взялось-то? Я такое чувство, что я эту машину забыл проверить. Стоит под носом. С таким количеством добра полезного. Кору тоже надо собирать, раз веревки можно делать из коры и листьев. Конечно, интересно. Кора и листья, веревка. Так, давай-ка съедаем эту хрень. Дринкуем. Скоро спать пора ложиться. Ух ты ж. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Ну, короче, все, пиздос. Пошли. Прячемся здесь. Так, сейчас мы тогда сделаем копий. Как раз вот 8 штук сделаем. И можно спать ложиться. Так, 10 часов, нам надо поспать до 8 утра. Вот 10 часов и будем спать. Что, проснулись полные бодр сил. Как говорится, бодрячком. Бодрячком проснулись. Что у нас тут? Поесть. Надо, да? Надо поесть. Поесть мы будем вот это, а потом синьку поедим. Ах ты ж черт, не угадал. Потом будем синькой водичку восполнять, что делать. Сюда, так как я ж кору вроде подбирал, или я это ошибся, и никакой коры у меня не было. Еще и две... А тут еще две палки есть, да, для копья.
Так, все. Ага, это тоже закончилась вся хрень. Это что за доска у меня тут? Что-то веток нападало, нет? Так, а бутылки-то у нас... Где я бутылки храню? В этой, что ли? Так, давай-ка сюда тогда глянем, что у нас тут с дистиллянтом. Дистиллянт. Надо 5 бутылок. А, 2 этих. Еще и воды надо. Так, мука. Хрен с тобой, давай 6. Куда я ее взял? Я что, не взял муку? А, я переложил просто. Ну да. Почему бы нет? Блять. 6. Сюда. Сюда. Так, вот этих. Ватер-контейнер. Так, где у меня бутылки с водой? Не, ну я же находил бутылки с водой. Куда они у меня делись? Ну-ка, в машине что лежит? А, иди сюда. Проканаешь, не проканаешь? Ватер-контейнер. Что, мне надо как-то... Мне надо 10 литров воды налить. Получается, да? Но я же не могу использовать для этого. Так, 1,52. Пойдем наберем водички тогда в бутылке еще. Что тут было? Я ж могу в бутылку воду набрать? Или нет? Так, drink fill the bottle. А, я, похоже, чистую воду, кстати, налил туда. Похоже, я чистой воды как раз в дистиллятор налил. Да похер, ладно. По сути, 24 часа, как бы, без водички-то можно выжить. Человек может 24 часа без воды выжить. Посмотрим, как этот выживет или нет. Короче, еще 2 бутылки, по сути, мне надо принести воды, и можно запускать дистиллянт.
А, так тут получается больше 10 литров можно влить. А сколько сюда? ХЗ. Ну давай. А что тебе надо? А, он просто автоматически взял, что ему надо было, и все. Короче, 10 литров воды и оставшиеся ресурсы взял. И теперь он будет мне дистиллировать. Подожди, он что, из 10 литров воды мне две бутылки сделает этого, что ли, того? Чудо-юдо. Барракуда. Чудо-юдо рыба-кит мне сделает. Ну, тогда я стеклобутылки здесь оставлю. А эту хрень. А это пусть здесь будет. 1,25, а ты... Ну-ка, давай-ка я тебя бахну. Ой-ё-моё. ПЗДЦ выпил, называется, блядь. Вот это я выпил. Вообще без воды остался. Охрененно. Охрененно. Что, давай жрать тогда вот эту штуку, что поделаешь. Так, ветки, ветки, ветки. Давай, наверное, вот сюда мы, блядь, ветки некуда положить. Пойду-ка я сейчас на зомбаков при помощи копий поохочусь. Я ж не зря их там это в доме нашел. При помощи копий поохотимся сейчас на них. Так, а чтоб мне на него поохотиться, мне надо его... Блин, вот его надо в руку брать. Вот так. Два. Только надо сохраниться перед этим. Потому что из меня может быть хреновый охотник получится. Так, и по заодно по дороге эти пособираем. Так, нет, не эти. Стон, камень. Вот перья пособираем. Они, в принципе, тоже для чего-то нужны, перья. А чё? Перья что-то прям насыпало там много, так смотри-ка. В домах вон там зомбаки шарятся. Вот сейчас мы попробуем в тех домах их и это оттуда повытаскивать и посмотреть, что в домах там еще есть. Блять. Прикольно, блин. Такие миллиметражи, сука.
А где еще одно? Блять, тут ломать надо. Кровбар. Что-то какие-то. Где еще одно копье? Блин, у него живот показывает, что там какое-то копье у него есть. Ну, блин. Так, ладно, с одним справились. Полетели к следующему домику. Следующий домик. Так, надо, наверное, знаешь, как сделать? Вот так сразу, чтобы я не по одному, блин. И вот так, наверное, даже. 1, 2, 3, 4. Чтобы я не по одному копью перетаскивал. В принципе, три копья, и он это отлетает они. Да, рабочая пока тактика. Так, вот и веточку нашел. А ты только один тут, что ли, был, друг? Один только здесь. Блин, здесь тоже. Нет, так нельзя. Не, ну может быть и можно. Ну, черт его знает. Так, лады, здесь забрали, там забрали, теперь вон туда бежим. Здесь вроде должно два быть этих жука. И подбегаем. Не слышно, нету, наверное. Блять, а где заход-то к вам? По перилам будем лезть, да? Ну, вокруг пробежал, не слышно никого. Нету никого. Экс. Экс. Ну-ка, этот можно? Этот не ломается. Блин, а чё так? Мало-то, мало. Короче, отмычку или кровбар, блять, я не могу перевести. Помнить, что такое кровбар. Короче, какой-то кровавый бар им надо, чтобы все у них было тут хорошо, получается. Блин, тут никого не было. И особо-то много не лутанули. Ну-ка, я плавать умею, кстати, здесь или нет? А, ну я... Это я бегу или плыву? Не совсем понятно.
бегу я это или плыву, хер его знает. Короче, особо много-то в тех домах не удалось накопать. Соберем еще. Нахер мне столько камней, конечно. Знал бы кто-нибудь. Все, уже не лезет, ёптать. А, вот она, кровбал. Во, я нашел эту хрень. Когда она... Все, я, блядь, я вспомнил, что такое кровбал-то. Ёлки-палки, неужели? Я смог вспомнить, что такое кровбал. Охрененно. Сейчас тогда побежим, вскроем все три дома. Все три дома вскроем там. Подожди, это под чё? А, это 9-миллиметровик. Погодь, Миш, я могу зарядить просто 9-миллиметровик и все. Вот и все. Так, это 70. Вот так. А это запасные. То есть вот так, один молоток. Молоток сюда. Пойдем посмотрим, что мы сейчас там раздобыть сможем. Что-нибудь ценное, надеюсь, раздобудем. Что он плавать не умеет, получается. Или это он так плывет? Непонятно. Чувство, что он бежит, конечно. Может, он по воде бежит, может быть, он это умеет по воде бегать или ходить. Хрен его знает. Еще у меня герой настолько крутой, да, что он... А, только проблема на берег, да, выбраться. Обалдеть. Понятно. По этой бы быстрее получилось по берегу добежать, чем я тут плыл. Чё? Жра...
Жрать, что такое? Нож. Блин, я пить. Что, пить охота, да, тебе? Ну, блин, и чё? Капец, ну как-то не это. Не густо здесь. Я думал, это винтовка должна быть. По размеру кейса это, блин, как минимум винтовка должна была быть. Дегидрация у меня происходит. Чё, дегидрация? Здоровье еще есть, поэтому пока подегидрируем. Чё уж делать? Будем дегидрировать. Здесь что у нас? Патроны годятся. Бита, блядь, еще одна. Ну, давай еще один дом. Я-то думал, сейчас там прям озолочусь. Там золотые горы найду, блин, там. За этими запертыми дверьми. Куй-то там золотые горы. Молоток, ёптыть. Собака ты. Чё, пошли обратно домой, всё. Хрена толком тут не нашли. Блин, я надеюсь, дистиллянт он мне воду даст чистую, а не эту хрен, не алкашку сделает. Хотя, блять, он же мне походу алкашку сварит. Охрененно будет, да? Если он мне сварит алкашку, это ж вообще будет офигенно. Просто космос, сука. Я как-то не очень обрадуюсь, если он мне сварит. Так, бита, бита, бита. Нож, мачете. Здесь у нас будет металлолом. Батарейки, уголь, кокс. Придется до этого бежать. Как он называется, да. Продмаркета там этого. Так, это... А, это на рифу. Это на рифу у меня. Два пистолета, бита. Нож. Боже, кучу лишнего с собой я таскаю. Боже, таскаю с собой кучу лишнего. Так, ладно, давайте на сегодня на этом закончим. В следующей серии сейчас побежим потом уже до магазинчика, там поищем себе попить. На этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, всем пока и до новых встреч.